отсутствует 22. Мы проводим начать работу. Неочередную 10-ю сессию городского совета депутатов объявляю открытой. Муниципальное образование Кингисеппского городского поселения. Дешин Виктор Иванович, глава администрации муниципального образования Кингисеппский район. Представитель прокуратуры, помощник Кингисеппского прокурора Мария Александровна Юрис третьего класса Мичева. Заместитель главы администрации Кингисеппского района, руководитель администрации Кингисеппского района, представители СМИ. Муниципальный район Ленинградской области о результатах своей деятельности администрации муниципального образования Кингисеппского района. Муниципальный район за 2004 год. Дать оценку работе администрации и, значит, главе администрации. Я предлагаю признать работу положительной, а оценку удовлетворительной. 21. Поздравить вас с окончанием, завершением вот этого важного ответственного периода, который регламентируется муниципальным законодательством, и с отчетом, и с теми положительными оценками, которые выставлены сегодня администрации. Я надеюсь, что вы и дальше продолжите работать в том же направлении, с тем же задором, с тем же оптимизмом. Эта оценка все-таки, наверное, подводит черту, баланс не только 2014 года, но и той пятилетки, которую мы закрыли 2014 годом. Мне хочется после проведения серьезного, одного из самых серьезных мероприятий, праздника 70-летия Победы, сделать небольшую работу в летний период в виде дайджеста, что мы сделали за 5 лет, укрупненно, в разрезе материала, который будет легко читаться, чтобы все-таки подвести черту пятилетки и поставить задачу на следующие 5 лет, не только на 15-й год, которые задачи у нас уже с вами стоят, как по городу, так и по району. Поэтому самому любопытно, потому что в памяти иногда стирается даже то, что было сделано 5 лет назад, кажется, уже даже вот, ну, и это не итоги, это не работа, а на самом деле это был такой же, 5 лет назад, это был такой же горячий год, это были такие же насущные проблемы, они также решались, были выставлялись приоритеты и все остальное. Если в начале года или в конце этого года я еще не был уверен и не понимал, как будет складываться наша работа, как будут выстраиваться взаимоотношения, новые взаимоотношения, потому что много новых лиц, и особенно в районном совете, в городском совете есть новые депутаты. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все уже полностью в работе. Нам это приятно, администрации легче работать, когда есть взаимопонимание, когда есть контакт с депутатами, когда депутат понимает, каждый из депутатов понимает, что двери администрации для него все открыты, все кабинеты, все специалисты готовы по заранее договоренности, по времени принять любого депутата, выслушать его мнение по тому или иному вопросу. Поэтому в этой части я прошу даже не обсуждать вопрос, что кто-то кому-то недоступен. Моя установка администрации дана четкая. Если она будет нарушаться, вы напрямую можете обращаться сразу ко мне, минуя цепочки бюрократии. Делать и работать на благо наказов, которые дают наше население по вашим округам. Нами сегодня проделана огромная колоссальная работа на сегодняшний день по привлечению компаний по социально-экономическому партнерству с подготовки 9 мая. Хочу сказать, что из внебюджетных источников подготовки 9 мая в городе Кингисеппе, только в городе Кингисеппе, нужно потратить около 15 миллионов рублей. Половина из которых практически мы уже видим, кто нам поможет по социально-экономическому партнерству. Половина, к сожалению, это еще огромная кропотливая работа по социально-экономическому партнерству. Уважаемые участники заседания,
Выступая на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 26 мая 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Проблема разбалансировки в системе местной власти очевидна для всех. Смысл изменений, которые предлагаются в том, чтобы убрать эти диспропорции, максимально приблизить этот уровень власти к людям, которые проживают на конкретных территориях». Как мы знаем, местное самоуправление – одно из проявлений народовластия, предполагающее самостоятельное решение гражданами непосредственно или через создаваемые органы достаточно широкого круга проблем местного характера. Они напрямую связаны с жизненными интересами людей, повседневными заботами жителей городских и сельских поселений. Местное самоуправление – институт глубоко демократичный и направлен на решение многих вопросов снизу, там, где обеспечится наиболее точный учет местных условий и особенностей. Существенно повышается эффективность управления делами общества и государства. В Российской Федерации местное самоуправление гарантируется как федеральными органами власти, так и органами власти субъекта федерации. Это гарантии экономические, юридические и организационные. Основополагающим базовым принципом, раскрывающим сущность местного самоуправления, является его самостоятельность. Проведено 14 заседаний. Из них 6 заседаний Советом депутатов второго созыва и 8 заседаний Советом депутатов третьего созыва. Большинство депутатов активно реализуют свои депутатские полномочия, проявляют заинтересованность, принципиальность, можно сказать, щепетильность при рассмотрении вносимых на обсуждение вопросов. Уважаемые депутаты, ваше личное участие в заседаниях Совета и работе постоянных комиссий – это норма, определенная уставом муниципального образования и регламентом Совета депутатов. Каждый из вас представляет тысячи избирателей, которые на выборах доверили вам выражать свои интересы в представительном органе нашего муниципального образования. Я признателен за активность, высокую посещаемость, что дает возможность проводить заседания без угрозы срыва.